Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, подписчики, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Виктор, поздоровайся. Всем привет. Будет у нас рубрика «Аниматроники гоняются за нами», мы скачали новых NPC-шек, будем вместе с вами смотреть. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, у кого день рождения, с днем рождения. Все радуют и танцуют. Так, ну что, называются они The Joy Creation Next Spot. Давайте посмотрим, что это за аниматроники, что они делают, как они гоняются. Так, я вижу... О, прикольно, кстати, сделан у них фонарик под лицом. А, стойте, это не то. Я же забыл им включить мощь. А вот теперь... Ой-ой-ой-ой-ой! Ого, они быстрые! Так, три штуки поставлю. А, они больше не издают звука. Давайте... Да, нас четверо, четыре штуки. Раз, два, три. Я побежал. Так, смотрите. Такой звук какой-то издают стрёмный, очень. Пацаны, давайте, кто первый сольется, тот лох. Сейчас я проиграю, это будет смешно. Так, ого, за мной не гонятся-то. Так, пацаны, за ними пошли. Как всегда, у нас классное настроение. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. Мне очень приятно, и Виктора уже убили. Виктор, ну, извини, это лох. Еще одного убили. Он не за мной гонится-то. Блин, прикольные NPC-шки и фонарик непривычно. Будем смотреть следующих. Сейчас еще я, наверное. Давайте посмотрим, есть скример или нет. А, они когда никого не видят, они просто ходят. А когда начинают замечать, звуки издают. Во, точно. Ага, скримера у них нету. Ладно, удаляем, пацаны. Давайте опять лежим на машине. И спавним других аниматроников. А в конце сделаем, наверное, всех сразу заспавним. Так, 4 штуки. По одному на каждого. Смотрим, что они могут. Это кошмарный Бонни получается, да, Виктор? Это обычный Бонни, сломанный только. Видишь, я знал, я просто проверяю, знаешь ли ты. О, блин, этот пак какой-то очень быстрый. Даже задним ходом с этой штуковиной они меня догоняют. Ну давай, беги, Димка, беги. Я теперь понял, что от них очень тяжело убежать. Он даже, кстати, не отрывается от меня. Прощай. О, да как? Он должен был его убить. Почему я? А где он? Домики спрятал. Так, да, я вижу, он застрял за машиной, они так, видишь, они и умные. Так, обходит машину, можно его обмануть, вокруг машины бегать. Ла-ла-ла-ла, ха-ха-ха, ничего не может сделать. Лошара, я тут. Оп, пока он будет оббегать, я могу запрыгнуть на тачку. Эх, ладно, я знал, что я проиграю. Так, Виктор Кошак, что ты там делаешь? Подписчики бегают. Ой-ой-ой. Очень быстрый пак, да? Реально быстро бегают, очень. Да, пацаны, вы так далеко не убежите. Эй, ты на меня специально завел. Ты хитрый. Так, давайте следующих посмотрим. Время ограничено, как всегда. Хочется максимально показать в одной серии все. Раз, два, три, четыре. Во, движ пошел. Ого, они очень быстрые. Смотрите, как они. Это моя раскорячка, любимая, крячка. Прикольно, так же самое сделали все. Так, ты что тут крякаешь? А, она постоянно этот звук издает. Диджейка. Ага. А, ты хочешь, чтобы она меня... Ты хотел, чтобы она меня убила. Кстати, она медленная. Не такая быстрая, как те. Да, в этом есть прикол, что они все разные. Я забираю свои слона назад. Назад, Биджи и Димка. Они быстрые. За машину. Блин, они очень умные. Они меня хотят убить, помогите. А если я зигзагами буду бежать влево, вправо? Тебя окружили. Ай, да блин, да что так все быстро? Хорошо, я специально поддался. Ну ладно, я старался не проиграть. Так он... Получается, что очень криповые такие NPC-шки эти. Хорошо. Смотрим следующих. Мне даже интересно, кто сейчас там будет. Фокси. Раз, два, три, четыре. Ну что, пацаны, это будет очень жестко. Какие-то звуки классные издают. Или не издают. Ай, догнал, бы не хопил. Вот это они быстрые. Да, их можно как-то обмануть. И получается, в принципе, дольше всех я прожил. Смотрите, оп, можно вообще резко развернуться. Так, тут бордюры какие-то мешают. Эй, догнал. Блин, в какой-то момент они очень резко ускоряются. Так. Они когда далеко, и они знают, где ты, они просто гиперускорение. Как бы догоняют, потом замедляются как-то. Хорошо. Какие-то звуки тоже все разные издают. Так, как же тебя обмануть? Он сам по себе зигзагами ходит. Прикольно, останавливается.
Так, давайте залетим в пиццерию и проверим, зайдут они в пиццерию или нет. Мы это еще не проверяли, как они внутри ориентируются. Так, давайте, наверное, дверь даже удалим. Он мусорку ломает. В смысле ломает? Он подошел к мусорке и ее смел, как мусор. Дверь давайте удалим. Двери. Так, давайте тут стоять, проверим, зайдут они сюда или нет. Так, 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 я слышу, бегают пацаны. А ну-ка, ведите их сюда. Или давайте заставим еще одного, наверное. Один у двери забаговался, он как марионетка. Давайте вот, вот поставим вот здесь, проверим, зайдет он сюда. Он заходит! Я убегаю! Ай-яй-яй! Я слышу, он... О, вот он внутри, короче, стулья ломает. Так, так, так. Неудобно ходить, он их лупашит. Они не отталкиваются, тут статичные стулья. Мужик, мы тут. Не может пройти никак. Тихо, 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 он сейчас меня еще убьет. Стул, да? Очень крепкий. Что-то не идет. Ай-яй-яй, хотел монтировку его угадать. Не получилось. Я тебя ждал, пока ты подойдешь к ним. Да. Так, хорошо, Фредди мы поняли, как играют. Следующий у нас аниматроник. Голден Фредди. Так, запрыгнули все. Воу, прикольно тоже звуки у него. Побежали. Да эти NPC-шки крутые, кстати, мне нравится. Опа, и все в машину уперлись. Мы тут. Чё ты злишься, мы тут. Давайте их рассмотрим. Тихо, 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 не оббегай. Они, получается, самые глупые, что ли? Я запрыгнул на машину, я стою на ней. Вот это они резкие какие-то. Вы чё, такие агрессивные? Это он хнычет, что ли? Что он делает, непонятно. Да. Мы поняли, как они бегают. Очень умные, очень. И у нас получается какой еще? Ignite Gold. А получается они что, одинаковые? Это летающие! Да ладно, давайте проверим, как они летают. Вот такого еще не было NPC-шек у нас ни разу. Это что-то новенькое. Так. Нормально. Представьте, всех сейчас мы поставим. Они будут все разные звуки. Ладно, давайте это тот момент, когда надо реально всех добавить. И посмотреть, что будет. Так. А, лимит стоит. А мы сейчас его увеличим. Так, ребята, сейчас мы все сделаем. Максимум NPC. Давайте вот так вот сделаем. Так, давайте еще Чику. А, застряли друг в друге. Так, Фрей, а, Фокси. Вот это жесть, что мы тут сейчас сделаем. Ого! Пацаны, это настоящая война. Так, ну что, ребята, начинается самое веселое выживание, когда все аниматроники есть. Так, бежит фонарный челик на меня. Все звуки классно издают. Кстати, звуки слышно по всей карте. Они не могут зайти. А, они, он может зайти. Простите, прощайте. Ух, замочили. Вот это они злые, очень злые. Так, так, так. Все тут живые, все бегают по карте. Не надо их разглючивать, нормально бегает. Нормально, нормально. Так, так, так. Она видит меня, не видит? Эй! Этот вообще трехногий наглый, он сразу заходит через стулья и мочит. Моментально. Так, давайте с крыши зайдем, потому что они какие-то вообще бешеные. Все орут, все звуки издают. О, он в двери застрял. Ладно, мы не будем его открывать, он меня убьет сразу. Эх! Эй-эй-эй! Закрывайся, дверь! Закрывайся! Ха-ха, с двух сторон! Смотрите, ребята, что делать? Давайте попробуем как-то выбежать, что ли. Давайте снаружи выйдем. Не выпускают, пацаны, там никак не пройти. Придется отсюда прыгать. Так, он тоже застрял здесь, получается, изнутри. Так, летающий. Он меня видит, интересно, или нет? Он просто летает. Полетел, куда он полетел? Своей жизнью живет. Да, у него свои приколы. Так, он застрял здесь. Он меня не видит. А почему они нас не убивают? Ах, блин, испугался. Да ладно, смотри, какие наглые. Так, давайте, ребята, короче, в конце у нас будет последний тест.
Мы сейчас посмотрим, выдержит ли аниматроники ядерный взрыв, потому что мы даже не знаем, сколько у них жизней. Так что, кто не готов, тот не готов. Бум. Прямо у меня. А у меня нету эффекта от взрыва. У меня тоже. А почему? Может, убрали этот мод? Он не работает сейчас? Они живые, да ладно. Аниматроникам все равно. У меня такое ощущение, что ядерная бомба неправильно взорвалась как-то. Давайте еще раз проверим. Мне кажется, не должно так быть. Раз, два, три. Во, теперь вижу. Вот это эпично. Ух ты что, меня аж сносит все сразу. Да ладно, они живые. И хитрый зон, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте с паттерпу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.